Насладиться музыкой, познакомиться с интересными образцами истории и литературы. Во Дворце книги стартовал проект под названием «Дворянское собрание приглашает». Первую экспозицию и концерт провели специально для гостей серебряного возраста. Стоит отметить, что мероприятие прошло в камерном формате. В зале собралось не более 20 слушателей. Концертная программа открылась переливчатым сопрано Веры Чиркиной. В программе первого концерта прозвучали романсы, вальсы и танго. Произведения Астора Пьяццоллы, Жюля Массе и других известных композиторов организаторы подобрали тщательно и гармонично. Подобные концерты планируется проводить регулярно. По субботам концерты музыкальных вечеров будут начинаться в 16:00. Воскресные программы для семейной аудитории будут проходить в 14:00 каждое воскресенье. Концерты для ульяновцев почтенного возраста будут проводиться каждый четверг в 11:00. Билеты можно приобрести в кассе Ленинского мемориала. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.